Всем привет, дорогие зрители! Нашел виллу в Алании, район Кестер. Трехэтажная вилла, таунхаус, 4+1. Недалеко от моря. Море вы отсюда видите. Максимальное расстояние до моря со всеми поворотами. Максимум 700 метров до воды Средиземного моря. Потому что нужно или в ту сторону идти, или в эту сторону. Так как напрямую нету дороги к морю. Здесь у нас общий бассейн. 19 вилл на этом участке. 7000 квадратных метров общий участок. В той стороне будет парк. Тут у нас водопады. У меня было здесь две виллы на продаже. Одна продалась, одна еще стоит. Но там высокая цена. А это бюджетный вариант на данный момент. То, что у меня есть. Для инвестиций также пойдет. И для проживания. Проекту 18 лет уже. Вот такие виллы-таунхаусы. Значит, открытая терраса этой виллы. Можно здесь сделать маркизу, навес какой-нибудь. Себе гриль поставить, там есть у нас моечка. Вот вид также отсюда на горы. Так, терраса 50 квадратных метров. Вот, продолжается в эту сторону. Тут, кажется, блок 4 блока будет, еще 2 блока сверху. Не помню, надо планировать. Так, спускаюсь вниз. Цена очень хорошая, которую я скажу в конце ролика. Так что не закрывайте, досмотрите до конца. Так, это здание уже вилла красится снаружи, делают изоляцию. Ремонт легкий, маленький, наверное, требуется, но сцена, все, вот, отделка, все нормально. Покрашено. Так, и здесь вот такая просторная спальня. Есть мебель, но какую-то можете использовать, а остальное выкинуть или и купить другую. Обойдется где-то обставить всю эту виллу, таунхаус, минимум 7000 евро. Ну, такое выше среднего качества, бытовая техника, мебель. Здесь у нас балкон. Тут это все покрасят, видите, уже отделку делают полную, потому что красят всю эту виллу. С той стороны я покажу, вот лестница даже стоит. Делают изоляцию, минимум на 10 лет будет хорошая изоляция. Так, вид вы увидели. Здесь у нас маленький балкончик, чтоб позвать там детей, кого-то. Эй, поднимайся наверх. Так, идемте сюда. Здесь у нас с правой стороны место для танца. Можете здесь закрыть для безопасности. И вилла будет побольше по квадратным метрам. Здесь где-то жилая площадь как минимум есть 350 квадратных метров. Участок 420-430 квадратных метров. Здесь у нас санузел. Спальня с видом на садик. Элитный район. Земля дорогая в Кестеле, так как строить пятиэтажки, застройщикам невыгодно здесь строить, из-за этого цены такие высокие в Кестеле. Порой мне задают, почему так в Кестеле дорого, лучше купить в Махмутларе, но вот из-за этого. Здесь у нас как бы гараж, они делают навес. Машины можно также оставлять снаружи. Тут лесенка, которая спускается вниз. Близко к бассейну, так что много подниматься и спускаться не следует. Здесь встроенный шкаф. Все, спускаемся вниз. Отсюда у нас выход в сад. Покажу, здесь идут работы.
Вот это тоже ваше место, как можете пользоваться. Вот видите, делают изоляцию. Так. Здесь у нас еще одна спальня. Санузел. Угу. И большая спальня. Так. Санузла нету. Так. И здесь балкон. Видите, как тихо, спокойно. Птички чи-чи-чи делают. Так. Так, спускаемся вниз. Кого интересует недвижимость в Алании, по всем критериям можно найти вам то, что вы ищете. По очень хорошим ценам. Как бюджетные варианты, так же и элитные. Значит, здесь у нас нижний этаж, как бы гостиная комната. Тут у нас водопад, фонтан. Можете что-то сделать или вообще его удалить. Так. Вот гостиная комната. Или можно что-то другое интересное сделать. Здесь у нас отдельная кухня. Это бытовая техника, то, что есть. Siemens. Старые марки. Siemens, стиральная машинка, посудомойка. Так, что там еще было? И вот такой выход. Типа терраса, балкон. Сюда можно поставить мебельку балконную. Ну вот это весь ваш участок. Если вы купите эту виллу таунхаус. Вот эта лесенка поднималась наверх. Интересное предложение, вам скажу. Мне самому уже началось нравиться. Потому что я не видел вот это, то, что здесь было. Ага, вышли. Тут у вас мини-гранатики вот такие. Видите? Спустились вниз и бассейн. Дорогие зрители, трехэтажная вилла у моря, недалеко в море. Расстояние так напрямую от дверей где-то 220 метров. В правой стороне, если много пройтись вперед, там очень хороший пляж района Тосмар, где втекает речка Дим. Расстояние от этой виллы до речки Дим где-то 450-500 метров. Рядом есть маркеты, есть ресторан впереди. Цена этой виллы 145 тысяч евро. Вы не покупаете виллу, вы покупаете земельный участок. А это в подарок. Так что с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Кестель. Всем пока-пока.